По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Range Rover под управлением 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. В результате ДТП водитель Volkswagen и трое его пассажиров погибли на месте аварии. Водитель другой иномарки доставлен в больницу. На месте работали следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, врачи и дорожные службы. Временно была изменена схема дорожного движения. Сотрудники ДПС перенаправляли весь транспортный поток по старой дороге на Красную Поляну. По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства.